Все перемены к лучшему. Ньюсбокс согласен с этим утверждением. И потому с удовольствием сделал специально для тебя большой сюжет о преображении группы Hello. Раскрывать интригу не буду, но скажу, что теперь Слава и Вова выглядят совсем иначе. Особенно Слава. Смотрим! Любовь со вкусом перца. Очередной сезон лучше всего начинать с чего-то нового. Группа Hello, которая успешно стартовала в прошлом году на музыкальной арене, решила освежить осенние рабочие будни своим преображением. DJ Clap давно мечтал сменить прическу. Канал Russian Music Box исполняет желание. На этот раз с помощью золотых рук стилиста Ильфата. Ну что, Слава, чего ждешь от новой стрижки? Признали, меня давно уже не устраивает форма прически. Вот, хочется просто что-то изменить в себе. Стилист перед тем, как приступить к работе, коротко поделился с нами, что же он планирует сотворить на голове у диджея. Первая задача – нам хотелось постричься и немного создать эффект выгоревших волос. А поскольку лицо круглое, необходимо вытянуть его максимально, чтобы это было интересно, стильно и красиво. Итак, процесс запущен. Ловкость рук, и через мгновение новый причесон уже готов. Правда, перед этим решили отправить артиста в космос вот в таком вот аппарате. Ну, раз пошло такое веселье, то, может быть, еще и слово «Hello» выбреешь у себя на затылке. Как только я получаю премию Грэмми, сразу же выбриваю себе на затылке «Hello». Договорились. И вот наш Слава на свободе, острижен по последней моде. Первый раз в жизни получилось именно такое совпадение, что стилист-парикмахер точно угадал то, что я хочу. Посмотрев на красавца Славку, я понял, что у меня возникла суровая конкуренция и решил попросить Ильфата прямо сейчас сделать мне не менее крутую прическу. Так что, Славка, не один ты тут такой крутой. Вот так вот. А вот солиста группы Hello Владимира Стукова, пускай нам постричь не удалось, зато найти новый имидж и прикид за милую душу. В этом случае нам помог профессионал своего дела, друг Russian Music Box, стилист Алекс. Что будем менять? Если бы я не знал, что ребята артисты выступают, я бы, наверное, мимо прошел на улице и не заметил даже их. Потому что они как-то надеты, в принципе, стильно, но скучновато. Надо им добавить что-нибудь эдакого. Впрочем, артист готов к любым экспериментам. Костюм из мяса отлично, только из говядины, потому что свинину я как-то не очень. В чем мы через несколько секунд убедились сами. Правда, в итоге решили остановиться на классической белой рубашке с дизайнерскими заплатками. Однако все эти преображения для реальной жизни. Алекс так расщедрился, что создал для ребят фирменные принты с перцами для концертных костюмов. Это будет принт либо на сорочке, либо на футболке, смотря кому что из ребят подойдет. А вот из этого мы сделаем их фирменную ткань, которая в дальнейшем будет использоваться как, может быть, подкладка для пиджаков. Так что вскоре ждите артистов на сцене в новых стильных прикидах. Будет много перца, в том числе и всеми любимая «Любовь со вкусом перца».